Алексей Максимович Горький. Со дня его рождения исполнилось 100 лет. Всю свою жизнь, весь талант, весь пламень сердца он отдал России, народу, революции. Книги Горького – это целый мир. Мир правды, любви к человеку, гордость за него. Эти драгоценные кадры кинохроники навсегда сохранили живой образ гениального писателя, великого человека. Партии и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо. К этому следует прибавить, что партии и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это. И не больше. Художник высочайшей ответственности перед эпохой, народом, литературой. Таким вошел Горький в сознание современников, таким он останется в памяти потомков.